завтра в утреннем эспрессо. Узнаем, как в Бресте будет проходить выставка «Беларусь интеллектуальная». Посетим Брестский областной краеведческий музей и увидим экспонаты, которые обсуждали в рамках ток-шоу «Под лупой». В рубрике «Люди о людях» разберемся, что делать, если человек недостаточно эмоционален. Можно ли считать это проблемой? Об этом не только. Смотрите завтра в утреннем эфире телеканала «Беларусь 4 Брест».